Добрый вечер. В эфире новости 24 часа. С главными событиями субботы вас познакомлю я, Екатерина Забенько. И коротко о главном. Непреднамеренное убийство. В расследовании авиакатастрофы разбившегося в Альпах самолета А-320 выясняются все более шокирующие подробности. Стань лучше, сделай свой город чище. По всей стране прошли традиционные субботники. К весенней уборке присоединилась и Вероника Кондратюк. Не вилами, а кистью по воде. Древнее турецкое направление в искусстве Эбру осваивают белорусы. Тушите свет. Меньше чем через час белорусы смогут принять участие в акции «Час земли» и временно отказаться от электричества. Звонок по адресу. Сегодня представители республиканской, областной и районной власти вновь по несколько часов не отходили от телефонов. На вопросы граждан отвечали во всех регионах страны. Как показывает практика, для белорусов это отличная возможность не только рассказать о своей проблеме, но и незамедлительно ее решить. Рейтинг самых острых тем в репортаже Юлии Матяш. Обивать пороги инстанций, чтобы решить свою проблему – метод устаревший, ведь, как показала практика, любую неприятность можно уладить на месте, то есть одним звонком. Телефонная горячая линия с чиновниками уже пришлась по вкусу белорусам. Она проводится с февраля, но уже было решено более 1000 проблем. Но не все. Поэтому неизменно каждую субботу кто-то набирает номер горячей линии, а на другом конце провода неизменно помогают. Когда нашу сторону со двора уже сделают утепление? К вам подойдут работники ЖРО, ЖЭСа, они для принятия решения об утеплении ваш с торцов, скажем, с внешней стороны вашей квартиры, необходимо провести обследование. На каждую жалобу Сергей Николаевич отвечает своим решением – выслушать, дать оперативное поручение и оперативно устранить. Схема работает безотказно. С ее помощью за день можно решить как минимум десяток вопросов. Прямые линии, чем они хороши? Тем, что иногда человек не может через ЖЭС, через ЖРЭО решить какой-то вопрос. ЖРЭО недопонимает заявителя, может, заявитель недопонимает в какой-то степени. Поэтому звонит сюда. Прямая линия, она дает оперативность. И хотя большинство вопросов граждан решаются практически мгновенно, поступают на горячую линию и особые случаи. У Лилии Березняковой на этаже разместился целый хостел. Мимо квартиры Лилии проходит нескончаемый поток постояльцев. Круглосуточно хлопают двери, лифт работает в режиме нон-стоп. Постоянные звонки в домофон не дают спать, а каждый день встречаться с подозрительной молодежью женщина уже устала. У нас не ходит. Я работаю в ИП. Администратором. По документам за этим адресом числится ИП, и квартира сдается посуточно. Вопреки этому на профильных порталах квартира рекламирует себя именно как хостел. В этом трудно было усомниться всем, кроме властей. Лилия прошла долгий путь от ЖКХ до министерств. Собрала не одну папку ответов и справок. Но только теперь провели комиссии и удостоверились. Жильцы дома были правы. Развязка этой истории еще не близко, но делу дан ход, а это уже большой шаг вперед. Городские власти, вот администрация центрального района работают достаточно эффективно. Мы это почувствовали. Мы почувствовали вот именно последнее время, вот получив вот эти вот ответы, нас услышали. А вот в деревне Хмелево уже наслаждаются результатами. Жители этой улицы на прямую линию обращаются с завидным постоянством. В том, что это эффективный способ сообщить местным управленцам о своих проблемах, убедились на собственном опыте. На этой дороге, говорят, не раз разбивали колени дети, да и взрослым с трудом приходилось добираться до калитки. Одни колдобины были, что зацепишься за это и колено побьешь. Что это за дорога была? Ну сейчас подсыпали трохи, это ж вообще невозможно было. Подсыпка дороги, очистка колодца, благоустройство. Сегодня на прямую линию в Могилевский райисполком обращение в основном жилищно-коммунальное. Все насущные проблемы местных жителей здесь стараются решать, не доводя до точки кипения. Поэтому и звонки единичные. Практика, которая сложилась при работе с людьми, вот благодаря прямым линиям, показывает, что это нужное и полезное начинание. Потому что те вопросы, которые мы решили на сегодняшний день, мы можем с полной ответственностью сказать, что это благодаря вот этим прямым линиям. Потому что оперативность плюс оперативное реагирование дают хороший результат. Светлана Слюсар из деревни Лыково на прямую линию в райисполком обратилась в прошлую субботу. Сельчанку огорчала неухоженность местного кладбища, а на носу – радуница. Говорит, самая старая часть захоронений пребывала в плачевном состоянии. А все потому, что не осталось родственников, которые могли бы за ними ухаживать. И вот уже целую неделю в Лыково кипит работа по благоустройству. Когда обратились на прямую линию, то пришла оказать нам помощь
жителям, и жители сами деревни Лыково, и сельский совет, и птицефабрика, которая здесь находится, и жилкомхоз. Прямая горячая линия с чиновниками не только помогает разобраться с проблемами граждан. Это своеобразный индикатор, который позволяет определить проблемы общества в целом. Проанализировав жалобы и претензии, можно выделить пробелы и недостатки, а затем исправить их. Юлия Матяш, Юлия Бешанова, Ирина Недобоева, телекомпания СТВ. В целом белорусы положительно оценивают работу властей по решению своих проблем. Таковы данные социсследования, проведенного информационно-аналитическим центром при администрации президента. Так, усилия, которые предпринимаются на уровне местной власти, устраивают каждого второго участника опроса. Причем отзывы населения в городе совпадают. В течение последнего года в госорганы обращались 29% респондентов. Более чем у половины из них не возникало при этом каких-либо затруднений. Треть граждан все же столкнулась с теми или иными проблемами. Согласно данным социсследования, большинство участников опроса, а именно 67%, оценили доступность общения с руководителями и специалистами на местах. Граждан опрашивали в январе этого года по телефону. Всего в исследовании приняли участие тысячи респондентов. Действия второго пилота, разбившегося в Альпах самолета А-320 Андреаса Любица, квалифицируются как непредумышленное убийство. Об этом заявил прокурор Марселя. В расследовании катастрофы выясняются все более шокирующие подробности. Бывшая подруга второго пилота рассказала, что ее молодой человек мечтал, чтобы о нем говорил весь мир. По словам девушки, Андреас Любиц был скрытным человеком с неустойчивой психикой. Незадолго до крушения самолета пара рассталась. Ранее полиция провела новые обыски в доме Любица. Сообщается, что найденные вещественные доказательства должны помочь в расследовании обстоятельств трагедии, жертвами которой стали 150 человек. Известно, что немецкая авиакомпания выплатит до 50 тысяч евро за каждого пассажира, погибшего в катастрофе. Из Йемена эвакуируют иностранных дипломатов. В стране сейчас идут ожесточенные бои между шиитскими повстанцами и войсками арабской коалиции. Стороны сражаются за контроль над аэропортом и авиабазой. Лидер Йемена призвал арабские страны не сворачивать военную операцию против боевиков до тех пор, пока они не сложат оружие и не освободят занимаемые провинции и учреждения. МИД Беларуси в связи с резким ухудшением военно-политической ситуации в Йемене рекомендует белорусским гражданам воздержаться от поездок в эту страну. И сегодня в Египте открывается саммит Лиги арабских государств. Одним из основных вопросов там станет обостренная ситуация в Йеменской республике. В метро египетской столицы прогремел взрыв. Как минимум 5 человек получили ранения. Бомба взорвалась около станции Каирский университет. Один из пострадавших – полицейский. Сообщается, что целью атаки были сотрудники органов безопасности, охранявшие станцию метро. Сейчас район происшествия оцеплен, там работают взрывотехники. На Мексику обрушились ливни с градом. В результате наводнений погибли 7 человек. От удара стихии пострадали примерно 500 домов. Сильные дожди привели к разливу рек на севере и в центре штата Веракрус. Некоторые населенные пункты оказались полностью блокированы разлившейся водой. Порой ливни сопровождались градом размером с теннисный мяч. В пострадавшем регионе повреждены дороги, прервано электроснабжение. Эвакуированных из затопленных домов людей размещают в общежитиях. Для оказания помощи местному населению привлекли армейские подразделения. Нидерланды приходят в себя после повсеместного отключения электричества. Накануне без света остался почти 1 000 000 человек в столице и 2 провинциях. Больницам на несколько часов пришлось перейти на резервные источники питания. А весь Амстердам замер в пробках. Не работали светофоры, перестал ходить общественный транспорт. Аэропорт Схипхол не принимал и не отправлял рейсы. Проблемы с железнодорожным транспортом остаются до сих пор. Сообщается, что авария произошла из-за перегрузок на высоковольтной линии электропередачи. Парламент страны требует провести расследование этого инцидента. Марина Павлоградская, телекомпания СТВ. Жаль, вынужденные перебои с электричеством в Нидерландах не совпали с часом Земли, который пройдет сегодня по всему миру. Иначе это была бы самая масштабная экологическая акция. Меньше чем через час поучаствовать в массовом выключении света смогут и белорусы. Для этого достаточно на 60 минут остаться в темноте и отказаться от электроприборов в своих квартирах. Стартует масштабный экологический флешмоб в 20:30 и продлится, соответственно, до 9:30 вечера. Во многих городах на час погаснет подсветка зданий. Так, в Минске это коснется проспекта Независимости и Победителей, Национальной библиотеки и многих столичных вузов. К акции «Час Земли» присоединятся также жители 7000 городов 150 стран. Она проходит 9-й раз и уже превратилась в крупнейшее мировое событие. Так, в минувшем году в ней поучаствовали более 2 миллиардов человек.
Поклонников здорового образа жизни в Беларуси становится все больше. Все диетологи и модные журналы о здоровом питании сходятся во мнении, что человек должен употреблять большое количество жидкости. Ведь она выводит токсины, улучшает состояние кожи и волос и предотвращает ряд заболеваний. А вот о том, по каким критериям лучше выбирать питьевую воду, знает не каждый. О полезных напитках расскажет Ольга Волосовец. Татьяна – мама 5-летней дочери. Она с детства рассказывает своему ребенку о том, что один из секретов женской красоты – в достаточном употреблении воды. Потребляем мы напитки только нашего белорусского производства на сокосодержащей основе. Большой выбор напитков предлагает завод Белкопсоюза в Червени. Лечебно-столовая минералка, питьевая вода из артезианских скважин и напитки, газированные на сахаре. Вся продукция производится с использованием преимущественно натуральных ингредиентов. А новинка этого сезона – сокосодержащие напитки на подсластителях, так называемых заменителях сахара, будут полезны тем, кто хочет похудеть. На подсластители напитки у нас еще и содержит сок яблочный концентрированный. Это тоже полезность как сока, как витаминизированный продукт. Есть у нас потребитель, который может иметь какую-то болезнь с сахарным диабетом или может контролировать свой вес. О пользе воды рассказывали во время необычной акции «Утоли жажду по пути за покупками». Она прошла в торговом центре «Логойский посад», где посетителям магазина предложили попробовать вкусную и полезную питьевую продукцию по требкооперациям. Приятный, не сильно сладкий, очень вкусный, натуральный. Вкус фруктов, смесь фруктов. Для детей, мне кажется, будет просто потрясающе. К слову, в магазине можно найти не только напитки, но и весь ассортимент товаров, выпускаемых предприятиями системы. Особенно популярны традиционные соления и мочения по старинным рецептам и мясные изделия собственного производства. Наш магазин рассчитан, конечно, больше всего на наше местное население. Но также, конечно, очень много покупателей у нас в выходные и праздничные дни, летом. Потому что район все-таки курортный. У нас находится 2 горнолыжных комплекса. Всего в Беларуси насчитывается около 10 тысяч магазинов потребкооперации. От больших торговых центров до сельских магазинчиков. Но организация не стоит на месте и планирует наращивать экспорт. Например, за счет полезного березового сока, переработку которого увеличат в этом году в 3 раза. Ольга Власовец, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ. Весеннее преображение. По всей стране продолжаются традиционные субботники. После зимы предстоит убрать территории вокруг жилых домов, административных зданий и лесопарковых зон. Особое внимание в этом году уделяют памятным местам. Активисты облагораживают территории братских могил, аллей славы и мемориальных комплексов. Акция, приуроченная к 70-летию Победы, прошла сегодня в одном из столичных парков. Здесь собралось около 200 человек. Молодежь, известные спортсмены, звезды эстрады и ветераны. В генеральной уборке поучаствовал и наш корреспондент Вероника Кондратьева. Ветеран войны Бронислав Карпенко пришел в Парк Победы, чтобы поддержать инициативу молодых. Но во время работы ему волей-неволей вспоминается тот разрушенный послевоенный Минск. Тогда восстанавливать город пришлось буквально по кирпичикам. Я был в партизанской бригаде имени Шорца. Когда мы вошли сюда, то двоякое чувство было. С одной стороны, ликование минчан освобожденных, а с другой стороны, жалко смотреть на разрушенный город. И сегодня мне вот как-то приятно видеть, что если мы тогда хотели чуть-чуть расчистить город, то сейчас молодежь уже облагораживает город. Сегодня на территории парка все трудятся, не покладая рук. Среди собравшихся школьники, студенты, спортсмены, звезды и ветераны. Эта зеленая зона стала местом проведения акции «Стань лучше, сделай город чище». Мы, конечно же, убираем территорию, то есть облагораживаем место, но это не самое главное. Главное то, что мы подготавливаем парк к 70-летию Великой Победы. Вот и белорусская звездочка, серебряная призерка Олимпийских игр Ксения Санкович. В субботнее утро тренировкам предпочла труд на свежем воздухе. На такое мероприятие в Риме всегда находим. От лица всех спортсменов, так сказать, приехали сегодня поддержать и молодежь, и ветеранов. И это же наш город. А это уже другой уголок столицы. Арсений и Дмитрий – студенты. Убрать мусор и хлам на территории в несколько десятков гектаров. Задача, скажем так, не из простых. Но физический труд ребят не смущает, ведь кроме занятий в аудиториях, учащиеся индустриального колледжа оттачивают навыки на практике. Принимают участие в стройке столичной многоэтажки. Хорошее настроение, много убрали, намного чище стало все. Приятнее смотреть самим. Чтобы люди видели, что окружающим не безразлично обстановка, ну, которая вокруг них находится. Ну, чтобы призывать всех не мусорить, убирать.
Бывший филиал Минской птицефабрики, десятки заброшенных зданий и огромный пустеющий кусок земли. Сегодня завод идет под снос. Тем не менее, за порядком и здесь следить нужно. Место практически в центре города. Готовится под застройку. Поручение города было также навести там идеальный порядок. В настоящее время на объекте работает порядка 50 единиц техники. Ну, это порядка, наверное, человек 70-80 людей. Только в Минске за время весенних субботников привели в порядок несколько парков. ЖЭС убрали дворы на закрепленных территориях. Между тем, подобные акции сегодня прошли по всей стране. А это значит, что Минск и многие другие города стали еще краше и чище. Вероника Кондратюк, Ольга Власовец, Тамир Малак и Юрий Никитюк, телекомпания СТВ. Мышьяк и сок горной колючки на благо творчества. Древнее турецкое направление в искусстве эбру привлекает все больше белорусов. Изображения создают на воде и только после этого отпечатывают его на бумаге. Для рисования используют самые неожиданные компоненты. Анастасия Бенедисюк попробовала себя в экзотическом увлечении. Я вообще еще хочу попробовать ландыши. Мне очень они нравятся. Очень-очень нравятся. Ей нравятся ландыши, ромашки и белорусские васильки. Но свою любовь она навсегда отдала тюльпанам. Может, от того, что напоминают они девушке о родном Стамбуле. Или просто потому, что так научил кудрет ее мастер. Вот уже 8 лет, как турчанка живет и учится в Минске. И 3 года, как преподает белорусам искусство Востока. Очень надо распространяться сейчас. Особенно последние года. Начали уже даже в школе преподавать. Вот у вас есть факультативные занятия тут в школе, в гимназии. У нас тоже как бы эбру идет как факультативные занятия. Танцующие краски или бумага с облаками. Доподлинно неизвестно, когда, кто и где впервые нанес каплю краски на воду. Старейшие из известных полотен относят к XI веку. Одни считают, что родоначальником тихой мелодии на холсте были индусы, затем персы и турки. Другие уверены, что зародилось такое искусство абстракции в Бухаре. Так или иначе, это восточная техника и передается из поколения в поколение. Точнее, от мастера к мастеру. Например, стаж турецкого учителя кудрет 12 лет, а стаж его наставника и вовсе 40. Лучше о хорошем думайте, для того, чтобы не испортить, чтобы у вас все получилось. Хотя я думаю, что он вас сам, ну, как бы, эбру вам, вас сам, как бы, мне кажется, проводит в хороших впечатлениях. Ну, как бы вы отдохнете. Эбру – искусство дорогостоящее. Необходимых красок в нашей стране не найти. Поэтому кудрет то и дело приходится получать их посылкой от родных и близких. Способ приготовления необходимых ингредиентов тоже не самый простой. Например, воду в специальном растворе настаивают 12 часов в холодильнике. А некоторые в компонент для рисования даже добавляют мышьяк и сок горной колючки. Гибкость линий на водной глади придают десятки кисточек из конского волоса и металлические палочки. Затем нарисуют. Рисунок накладывают бумагу, несколько секунд, и тихая мелодия пропечатана. Сейчас я попрошу вас, кудрет, давайте проведем небольшой мастер-класс и изобразим на воде логотип нашего телеканала. Добрый, давайте. Первый блин, к сожалению, чуть-чуть у нас получился ком. Мы не учли все особенности изображения. Получилось немножко в обратную сторону. Но для первого раза, наверное, кудрет это очень даже неплохо. Я тоже так думаю. Кстати, в эбру название полотну дают только после того, как изображение зафиксируется на бумаге. И чаще всего оно совпадает с фамилией самого автора. Анастасия Бенедисюк, Сергей Васюкевич, телекомпания СТВ. Это все наиболее заметные события дня, о которых мы успеваем рассказать сегодня. В студии работала Екатерина Забинько. Всего доброго и приятных выходных.